Доброе утро, подозреваемые. Это видео я записываю по многочисленным просьбам своих подписчиков. И это видео связано с донатами в нашей игре. После последнего видео с 10-м сезоном, когда у нас в игре был техперерыв, разработчики меняли сервера, они проводили техобслуживание, и, конечно же, это не могло не затронуть санкционные проблемы для стран СНГ. Что я имею в виду? А имею я в виду то, что теперь проблематично будет донатить в Suspects. И да, не забудь поставить лайк на это видео, потому что решение есть. Сейчас я покажу вам, в чем заключается проблема в принципе. Это видео не будет длинным, тут просто инструкция и все. Вот я проснулся перед тем, как пойти на работу, сразу вот решил записать это видео, чтобы вы уже были в курсе и могли решить эту проблему, потому что новый сезон скоро, а купить его мало кто сможет. Ребята, у вас такая проблема у многих, что у вас просто нет вот этих вот пакетов алмазов. То есть вообще алмазы купить в магазине невозможно. Либо они есть, но выдает какую-то ошибку, и также купить их нельзя. То есть, ну, проблема заключается в том, что вы не можете купить эти алмазы для того, чтобы в итоге купить какой-то донат, например, элементарно, просто самый минимум, золотой пропуск. Ну, никак невозможно, да? Я специально на этом видео подобрал для вас несколько программ, бесплатных при этом при всем, которые вам просто нужно будет установить, и после этого у вас заработает магазин, у вас все будет работать, но это, конечно же, до того момента, пока государство не отключит эти программы, потому что речь уже об этом также шла. Но пока что временное решение есть, ребята. Ну и, конечно, не забывай про самый топовый код автора Sloan. В настройках игры, коль ты уже будешь донатить, дружище. Теперь, ребята, что мы делаем? Я сворачиваю игру, я выхожу на главный экран, и специально для вас, ребята, я скачал два VPN-а. Если вдруг, например, один вам не понравится, у меня есть еще и второй. Они полностью бесплатные, вы можете использовать их как вам угодно. То есть смотрите, что мы делаем. У вас нет магазина, у вас не работают донаты, вы не можете ничего сделать. Это сейчас то, что касается именно мобильников. То есть тех ребят, которые играют на мобильных устройствах. Ребята, открываем, например, Secure VPN. Ссылки на это все я оставлю, конечно же, в описании, для того, чтобы вам не пришлось это все искать. Play Market, в принципе, это все есть. Да и, в принципе, даже я вам дам такую подсказку, ребята. Просто прописывайте в поиске Play Market VPN и ищите те, у которых больше 50 миллионов скачиваний. То есть это 100% идеальные и лучшие варианты. Вот и все. В принципе, это и вся инструкция. Смотрите, заходим в VPN. Я наглядно просто вам покажу, ребята, как это все работает. Проверка сети у меня, видите, обнаружение сигнала сервера. Вот он пока что загружается. И все, появляется вот такое вот окошко, ребята. Что мы делаем, ребята? Мы просто вот в этом VPN нажимаем на кнопочку «Подключиться». Вот у нас без платный сервер с рекламой. И есть быстрый сервер, но без рекламы, но он платный. Ну, вам нам нужно бесплатное решение, поэтому давайте так. Ну, если, конечно же, вам не хочется видеть рекламу постоянно, ну, как постоянно, она будет ненавязчивая, просто будут вылетать какие-то таблички там, но это не особо будет мешать игре. Я рекомендую вам просто выбирать бесплатный VPN. Нажимаем бесплатный сервер. Вот у нас, видите, вот такая вот рекламка вылетает, но в моем случае такая у вас будет другая. Все, мы подключились к какой-то стране, теперь мы якобы находимся в ней по нашему адресу. Теперь, ребята, что мы делаем? Мы просто сворачиваем, видите, открываем окна. Заходим сюда, в нашу игру обратно. Открываем на full экран, давайте зайдем в нее. Все, игра прогружается. Сейчас для игры я не нахожусь на территории РФ или вообще на территории СНГ. Я нахожусь на территории той страны, флаг которой мне выбран был автоматически. Поэтому, ребята, давайте посмотрим. Я рекомендую вам ставить именно автоматические настройки, то есть не менять никакую страну, для того, чтобы, ребята, у вас был минимальный пинг, то есть минимальная задержка в игре. То есть этот VPN, он сам подберет для вас, что вам лучше. Вот и все, ребята, смотрите, открываем магазин, и у вас уже все должно появиться, в принципе, все должно работать. В моем случае понятно, что у меня все будет работать, потому что, в принципе, и так, хоть с VPN, хоть без, я живу не на территории СНГ, я живу в Израиле. Поэтому у меня нет никаких санкций, у меня все работает. У вас, конечно же, работать это не будет. Пробуйте VPN, ребята, используйте это очень просто. Если получится так, что с VPN будут проблемы, ребята, просто нажимайте на настройки, заходите в язык, выбирайте язык игры, например, английский. И попробуйте задонатить уже так. То есть, когда будет у вас английский язык. Все, в принципе. Это и должно вам помочь, ребята. Пока что это единственное решение, которое, в принципе, на сегодняшний день есть. И то, по итогу, ходят слухи, что и это у нас тоже скоро работать не будет. Поэтому пробуйте, ребята, обязательно пишите свои комментарии внизу. VPN — это, в принципе, та вещь, которая поможет вам как в YouTube, который блокирует, также откроет для вас Instagram, также откроет для вас TikTok, если у вас все это заблокировано. То есть, вы сможете всем этим пользоваться на своем мобильном устройстве. Это все очень просто, ребята. Все ссылки я, конечно же, оставил в описании. Мне пора, конечно же, сейчас уже выбегать на работу. Ну а вам хорошего дня, хорошего настроения. И, конечно же, ребята, ждем розыгрыш на 10 золотых пропусков. И увидимся в следующем видео.